Слава Богу, братья и сестры. У кого есть такие вот листочки? Может, покажете мне, кто взял? Мне даже интересно, а кто успел открыть этот листочек? Кто? Здорово. Сразу видно, кто детский служитель. Я заметил, что вот моим детям, да и мне тоже наравне с ним всегда, вот если у меня что-то есть, и там что-то с секретиком, мне вот так и тянет, чтобы там стереть, да посмотреть, что там за секретик. Вы знаете, прежде чем я передам приветы, прежде чем скажу благодарственные слова, у меня здесь задание, которое, ну, с одной стороны сложно, с другой стороны простое. Сложное, потому что здесь написано, что скажу всем, кого я знаю, так здорово, что ты сегодня приехал, да благословит тебя Господь. Поэтому, друзья, я хочу вам сказать, как здорово, что вы сюда приехали. Да благословит вас Господь. Вы можете даже друг другу пожать руки и сказать, как здорово, что ты сюда приехал. Даже несмотря, что ждут тюльпаны. Я думаю, что вы со мной согласитесь, друзья, что всегда, когда перед конференцией куда-то поехать, особенно когда у тебя много дел, не шибко хочется ехать. Но потом, когда приезжаешь, когда погружаешься в атмосферу Божьего присутствия, когда получаешь Слово от Господа, тогда все то, что было, может быть, то, что говорило, приводило весомые аргументы к тому, чтобы не ехать, оно становится ничтожно малым по сравнению с тем, что Бог дает нам. И я верю, друзья, что Бог сегодня для нас что-то приготовил. И мы, можно сказать, сегодня на большом, огромном пире, когда Бог накрыл нам стол, когда Он говорит нашу жизнь. И я благодарен Господу, что у Господа есть что для нас сказать. И я смотрю на вас, друзья, на людей, которые помоложе, которые среднего возраста, постарше. И вы знаете, мое сердце переполняется радостью и благодарностью Господу. Здесь сотни детских служителей, которые касаются тысяч детских сердец. Это такое привилегия. Это такое Божье благословение. Вот подумайте, братья и сестры, что мы служим будущим пастырям, будущим женам пастырей, диаконам, миссионерам, евангелистам. Представьте себе только, что Господь позволяет нам касаться этих малых сердец. И более того, Бог позволяет нам быть Его инструментом. Мне хочется за это сказать слава Богу. Я хочу выразить благодарность за ваш труд от своего сердца, от отдела воскресных школ, от Леонида Викторовича Бирюка, нашего епископа, от братства нашего. Ваш труд нищетен, братья и сестры. Он очень ценен для нас, для людей, для служителей. Но меня больше еще восхищает то, что он ценен пред лицом Господним. И меня еще больше радует, друзья, что Писание говорит нам о том, что хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и дерзновение в вере. Меня это радует, друзья. Сегодня мы уже с вами слышали, мы знаем девиз, мы знаем стих, библейский стих, который сегодня является лейтмотивом всей нашей конференции, который звучит: «Всегда преуспевайте в деле Господнем». Сегодня мы слышали уже проповеди, мы слышали откровение Божие, мы слышали о том, насколько важно иметь добрую мотивацию, насколько важно полагаться на Слово Божье, не искать какой-то материальной выгоды, но искать того, чтобы угодить Богу, прославить Господа. Я хотел бы продолжить нашу с вами беседу дальше, наши с вами размышления дальше, и в это короткое время задаться очень важным вопросом. Что значит преуспевать? Каким образом я, как детский служитель, могу понять, что я преуспеваю? Как я могу это оценить? По каким критериям я могу это оценить?
Сегодня мы уже слышали примеры, что в мире достаточно просто понять, увидеть человека, который преуспевает или нет, по результатам. Тот, кто хочет преуспеть в бизнесе, или, например, мы наблюдаем за человека, который, мы говорим, деловой, он способный, у него и результат есть. У него какой-то есть успех, какое-то есть устройство. Когда мы видим в других каких-то областях людей, мы по каким-то же признакам мы делаем вывод, что человек преуспевает. Но в нашем детском служении, в труде детям, по каким признакам мы можем понять, что вот то, что я делаю, оно действительно то, что я должен делать. И то, как я делаю, действительно угодно Господу, нравится Господу. И я могу сказать, да, я преуспел. Да, я нахожусь как минимум в правильном направлении. Давайте мы с вами для нашего размышления откроем с вами место Священного Писания, которое записано в 2 книге Паралипоменон, 24 глава. Мы выборочно будем, начнем читать с 1-2 стиха, и дальше по тексту мы с вами отрывочно попытаемся создать картину или воспроизвести картину событий определенных, где мы видим одного служителя, который, по сути дела, наш коллега, наш соработник, сотрудник, детский служитель, священник по имени Иодай, и его ученик Иоас, царь. И мы увидим с вами определенные события, и на основании них попробуем сделать вывод, был ли успешен этот детский служитель, и если да, в чем, а если не был успешен, то в чем. Писание говорит следующее, с 1 стиха читаем. «Семи лет был Иоас, когда воцарился и 40 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Цивья из Версавии, и делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника». С 14 стиха последнее предложение. «И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во все дни Иодая. И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер». И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их, и оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить деревьям, посвященным идолам, и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за эту вину их. 22 стих. «И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его, и он, умирая, говорил, да видит Господь и да взыщет». Аминь. Я думаю, что все мы читали эту историю, она описана также в книге «Царств», 4 книге «Царств», 2 книге «Паралипоменон». И если образно, если так кратко суммировать то, что, о чем говорит эта история, говорит о том, что погибает царь, у него есть мать Гафоля, которая хочет царствовать и начинает убивать всех детей своего собственного сына. Вот такая вот бабушка. Убивает. И Слово Божие говорит нам в 22 главе, что у Ахозии царя была дочка Иоаса, вернее, дочка Иосафев, которая была, по всей видимости, сводной сестрой Ахозии, и по совместительству она еще была женой Иодая. Она рискует собственной жизнью, и из того места, где умерщвляли сыновей царя, похищает Иоаса, скрывает его в собственном доме, рискуя собственной жизнью. Мы видим с вами, что к спасению этого маленького молодого человека присоединяется ее муж, священник Иодай. Впоследствии, через короткое время, когда Иоас достигает 7-летнего возраста, составляется заговор, составляется определенное совещание, и люди воцаряют. Священник Иодай делает доброе для Иоаса, рискуя собственной жизнью, собственными детьми, собственным служением. Всем рискует для того, чтобы справедливость Господня восторжествовала, чтобы все было по Писанию, все было по Слову Божьему.
И мы видим с вами, Писание говорит нам о том, что 40 лет царствовал Иоас. И примерно этот же срок, примерно 39 лет, его наставником был Иодай, священник. И что интересно, второй стих говорит нам, что Иоас делал угодное во все это время. Все время, когда наставлял его Иодай, Иоас был послушен священнику. Более того, когда мы читаем 24 главу, мы видим, как проявлялось это послушание священнику, как проявлялась богобоязненность этого царя. Мы видим с вами, уже в достаточно молодом возрасте он обращает внимание на запустение дома Господня, он берет казну, он тратит деньги на то, чтобы восстановить дом Господень. Он объявляет о том, чтобы собрались пожертвования, направились в том числе налоги на то, чтобы восстановлен был дом Господень и восстанавливается богослужение в доме Господнем. И, казалось бы, вот с точки зрения Иодая, вот глядя на прожитые годы, на прожитое время, на 39 лет, когда он был наставником для Иоаса, можно радоваться. Можно благодарить Господа и говорить, ну, слава Господу, что я тогда послушался Господа. Слава тебе, Господь, что ты дал мне смелость тогда. И вот какое восстановление происходит в Израиле. И мы видим с вами, что впоследствии, когда Иодаю исполняется 130 лет, это для того времени невиданный возраст, люди умирали гораздо раньше. Тот же Иоас прожил не более 50 лет. Вернее, чуть-чуть больше 50 лет. Мы видим с вами, что Иодай умирает, и Слово Божие говорит о том, что Иодая не хоронят в какой-то гробнице его родовой. Его хоронят в том месте, где хоронили всех царей. Не каждый царь в Израиле удостоился чести, чтобы быть похороненным в гробнице Давидовой. Но мы видим с вами, что 16 стих говорит о том, что Иодая хоронят в этой гробнице и воздают ему почесть. И дальше подчеркивает, что, почему, за что эта почесть была воздана. За то, что он делал доброе и для Господа, и для народа Божьего. И, казалось бы, отличнейший конец, отличнейший венец. Можно радоваться. Иодай, ты был преуспевающим в деле Господнем, ты сделал все, что нужно было сделать для Иоаса. И вы знаете, при жизни Иодая, когда он это все видел, скорее всего, что он мог для себя сделать такие выводы. Но мы видим с вами, проходит всего лишь год. Всего лишь год после смерти Иодая, и с Иоасом происходит что-то странное. Слово Божие говорит, что Иоас вместо Иодая начинает слушаться князей иудейских. И вот когда Иодай был священником Божьим, богобоязненным человеком, он слушался Иодая, и все было хорошо. Но Иодая не стало, и у Иоаса была острая потребность, чтобы у него были учителя. И вот учителями стали негодные люди. И Писание говорит, что он стал слушаться этих учителей, которые отвратили его от Господа. И в итоге не только он отошел от Господа, но весь Израиль отошел от Господа. Бог посылал своих пророков. Среди этих пророков был Захария, сын Иодая, и его убил Иоас. И Писание говорит, даже не воздал почести, даже из-за элементарного уважения, что тебе же спас жизнь его отец. Что же ты делаешь? И, наверное, уже через год, если бы мы могли разговаривать с Иодаем, и, может быть, мы могли бы слышать его анализ, его служение, эффективности, преуспевания в деле Господнем. Я думаю, что как минимум бы у Иодая закрался бы определенный вопрос. А может быть, я что-то не то сделал? А может быть, я что-то не доработал? Может быть, мне что-то нужно было сделать еще? Знаете, когда я размышлял над этим местом Священного Писания и задумывался, Господи, а что могло быть не так? Ведь и в нашем служении мы же хотим, чтобы дети были нам послушны. В церкви мы регулярно проповедуем о том, что одним из ключевых свойств или качеств христианина – это послушание. И прежде всего послушание Слову Божьему, послушание учению, послушание проповедям, тому, что мы слышим, и мы, когда видим человека послушного, мы говорим, это хороший человек.
Ну и наоборот, когда мы видим человека, у которого свое собственное мнение, и когда оно, это мнение расходится, особенно с тем, что проповедуется в церкви, мы говорим, что, скорее всего, что результат жизни этого человека будет не очень хорошим. И вот мы видим с вами, друзья, что с одной стороны Иоас был послушен Иодаю, но с другой стороны у Иоаса было сформировано одно качество, которое, к сожалению, сослужило плохую службу для него впоследствии, как для самостоятельного человека Божьего. Иодай привязал Иоаса к себе. Иодай был безоговорочным авторитетом в глазах Иоаса. Но вы знаете, когда Иодая не стало, потребность у Иоаса в том, чтобы у него был безоговорочный авторитет, осталась. И вместо того, чтобы привязать Иоаса к авторитету Слова Божьего, к Богу, Иодай привязал его к себе. И вы знаете, в результате 40 лет труда, 40 лет усилий, восстановления храма Господня и так далее были в течение одного года перечеркнуты. Я задумался, а что значит в нашей жизни, когда мы учим, что является вот успехом служения? Почему я могу сказать, что я преуспел в деле Господнем? И я пришел к выводу, что по результату. Но по результату не сиюминутному, по результату не по которому я вот здесь и сейчас наблюдаю, а по тому результату, который я вижу впоследствии в жизни тех людей, тех детей в частности, которым я служил, которым я проповедовал. Чтобы привести какой-то практический пример, я вспомнил свое детство, когда мы были маленькие, и нам очень хотелось кататься на велосипеде, научиться кататься на велосипеде. В деревне мы жили, и не шибко богатые были, и у нас был велосипед, но он был взрослик. Ну, братья и сестры, я думаю, что вы знаете, как дети обычно катаются на взрослике, под рамой. Я не знаю, как у вас это называется, но у нас под рамой. Ты залазишь под эту раму полусогбенный, но от счастья просто светишься. Я катаюсь на велосипеде. Но я вспомнил, друзья, как мы учились кататься на велосипеде. И, как правило, нас учили кататься на велосипеде те, которые только-только сами научились. И вот я помню, вспоминаю историю, значит, мы для того, чтобы как-то двигаться, нужно набрать скорость. А чтобы набрать скорость, нужно этот велосипед что? Кому-то толкать. И тот, который учит и толкает этот велосипед, когда это по ровной дороге или, не дай Бог, в гору, то он очень быстро устает и ищет способ что? Как можно себе что? Облегчить дело, чтобы как-то набрать эту скорость. Ты крутишь педалями, словил равновесие. Ну, если повезет, научишься ездить. И вот мы, значит, когда мы катались на этом, пробовали кататься на велосипеде, тот, кто меня учил, очень быстро сообразил, что надо найти как-то другой способ обучения. В общем, говорит, пошли на гору. И вот мы стали, значит, горка вниз, спуск. И, знаете, он толкал. И я поехал, действительно, но я думал, что я еду. И в какой-то момент, чтобы убедиться, что он меня научил, что нужно сделать? Отпустить руки от велосипеда. И когда ты отпускаешь руки, свидетельством того, что я тебя обучил, означает, что ты самостоятельно начинаешь крутить педали и как-то ехать. Но вы знаете, когда это с горки, все кажется легко. И через некоторое время крутить-то педали научили, управлять рулем научили, а как на скорости тормозить под рамой не научили. В итоге результат, я думаю, вы понимаете, какой был. И вот очень часто, друзья, мы, бывает в нашей жизни, вот что-то подобное происходит, когда мы обучаем детей. Ведь вот результатом нашего преуспевания, вот почему я могу сказать, что вот я достиг успеха в обучении детей? Когда я что-то им передал, они это начали делать самостоятельно. Ну вот какой вопрос, друзья, когда мы вот катим, по сути дела, этот духовный велосипед, на котором едет наш ребенок, нам так хочется держаться дальше и помогать ему. И не отстаем, и не отпускаем его. И знаете, создается какая-то иллюзия. Пока мы толкаем, он едет, следовательно, мы успешны. Но надо же в какой-то момент отпустить его, чтобы он самостоятельно поехал. И вот какая ситуация у Иодая. За 40 лет он так его и не отпустил. За 40 лет
так и не произошло вот это вот вещи, как отпустить его в самостоятельное плавание, в самостоятельное движение, так и не привязал его к авторитету Господню. И вы знаете, это очень удобно, когда тебя слушаются, когда тебе смотрят в рот, и когда каждого твоего слова спрашивают, это прельщает. Это прельщает детского служителя, когда тебя по имени отчеству, когда тебя любят, когда тебя обнимают, и когда ты уважаем, и ты в авторитетах. Это очень нравится проповедникам, служителям, пастырям, но зрелым служителям понятно, что рано или поздно нужно пойти на то, чтобы этот человек приобрел отношения с Господом личные, самостоятельные. Потому что рано или поздно тебя рядом с ним не окажется. Рано или поздно он поступит куда-то учиться, уедет из дома и так далее. И если он за это время не научится иметь отношения с Господом, не научится иметь личную молитвенную жизнь, лично искать Слово Божие, то в итоге можно потерпеть кораблекрушение. Я вспоминаю историю своего детства и так задумался: Господи, а как вот в моей жизни произошло, что как-то перенял я молитвенную жизнь, какие-то другие вещи перенял. Я вспоминаю свое детство с подросткового раннего возраста. И с детства меня воспитывала моя бабушка. И начиная где-то с 15 или 16 лет, я жил у нее в деревенском доме 6/8. И этот дом был на три части поделен, где две трети были отделены для богослужений, потому что там были собрания, а две трети это была такая вдоль длинной стены занавеска, где были две кровати, одна бабушки, а вторая кровать моя. И я вспоминаю, что очень часто, когда мы ночью спали, это было, может быть, 2 часа, 3 ночи, Господь очень сильно употреблял мою бабушку как сосуда, и я вспоминаю, что очень часто, практически каждую ночь, она могла молиться ночью, шептать полушепотом, как бы там ни молись, но все равно тот, кто рядом лежит в кровати, же слышишь, когда она молится. И знаете, меня это очень сильно иногда раздражало, мне это очень не нравилось, и я лежал и спрашивал: Господи, ну неужели тебе не трудно вот побудить ее молиться, когда я поеду учиться? Ну, пускай молится тебе, сколько надо. Я ж спать хочу. Мне в 4:30 вставать, идти на дизель, ехать на учебу. Но я вспоминаю, друзья, когда ночью бывали ситуации, особенно трудные для меня, когда я понимал, что у бабушки голос все громче, громче, и я понимал, все, сошел Дух Святой. 1.5 часа минимум. И вот он начинает молиться, 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 а потом смотрю, сползает с кровати, думаю, все, до утра. И очень часто, друзья, когда она молилась, ты лежишь, потолок смотришь, ну что тебе делать? И ты тоже молишься вместе с своей бабушкой, потому что другого выхода нет. Другую историю я вспоминаю, когда она обучала нас молитве, и у нас было такое правило, так называемое, я называю баптистская молитва, ну или назидательная молитва, ничего против не имею. Благословенная молитва. То же самое делаю я и со своими детьми. Что это было? Значит, каждый вечер мы вместе с моей бабушкой становились на колени. Это был диван с покрывальчиком таким. И мой брат, помню, тоже был во время такой молитвы. Деревянный, деревенский пол. Вот такой вот шириной доски. Через 30-40 лет эти доски уже таким горбылем стали, полукругом. Ковра нету, и ты вот стоишь на коленях. И вот наша была такая задача. Мы, значит, сразу мой младший брат молится, потом я молюсь, а потом моя бабушка молится. Ну, а как мы молились с моим младшим братом? Ну, мы не хотели молиться, но так как мы у бабушки, мы на ее территории, у нас выбора нет. Нас никто не спрашивал, хочешь ты молиться, не хочешь ты молиться, молись. Ну, в общем, как мы молились? Господи, благодарю Тебя за день, благодарю Тебя за ночь, благослови эту ночь, пищу, прости, где согрешили, аминь. Ну, примерно такая молитва. И она заканчивалась у нас в течение 15-20 секунд. Но потом приходила очередь молитвы моей бабушки. И вы знаете, она же так не молилась. Она начала молиться, потом Дух Святой сходил, потом плакать начинала, потом петь во время молитвы начинала, потом опять на языках молиться, и это занимало 20-30 минут. И вот мы стоим, значит, 15 секунд отмолились и ждем, когда она отмолится. И честно скажу, меня как подростка мучило вот это вот раздражение от этой молитвы. И когда я слышал, что мы идем на молитву, меня аж внутри все вот так вот содрогало. К чему я это все рассказываю? К тому, что, друзья, скорее всего, что вашим детям, наверное, то же самое и вопрос, а как пустить в плавание, когда вот такое вот состояние?
Я думаю, многих у вас тоже, родителей, возникали определенные чувствования, печали, переживания, когда вы стоите на служении, вас-то Дух Святой касается, вы то плачете, а вы-то присутствие Божьем, а дети ваши стоят пустые, как бубен. И думаешь, Господи, когда же наступит этот момент, как его пустить самостоятельно плавать? Потому что, с одной стороны, можно сейчас ругать этого Ядай и говорить, ай-яй-яй, Ядай, какой ты плохой учитель, какой ты священник, привязал к себе, а Господу не привязал, сказать аминь, и вот якобы мы с вами молодцы такие, мы то так, как Ядай, не поступим. Но практика говорит о том, что это не так-то просто. Потому что, с одной стороны, есть то, что мы можем сделать, а с другой стороны, есть то, что делает Господь. Есть то, что производит Господь Духом Святым. И если мы не осознаем этого, что с одной стороны мы учим, с одной стороны мы преподаем, но с другой стороны гораздо больше важна та работа, которую Дух Святой делает с теми детьми, которым мы с вами служим. И вот я помню в очередной раз, когда мы молились, бабушка видела это все, понимала, что так дело долго не может быть. И она ничего лучшего не придумала, как начала читать книжки. И в одной из книжек она прочитала, что есть в послании к Ефесянам апостольская молитва апостола Павла, где можно под определенные слова ставить свое собственное имя и таким образом молиться. И она вручила нам Библию, отметила в Библии карандашиком эти стихи, которые начинаются: «Для сего преклоняю колено мое пред Отцом Господа моего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст Бог вам», и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы, значит, читали, я сразу, мой младший брат, потом я: «Да даст Господь мне духа премудрости, откровения к познанию Его, и просветит очи сердца моего», и так далее. В общем, через месяц мы выучили это, и уже наша молитва удлинилась с 20 секунд на 3 минуты. Но опять же бабушка молится 40 минут. И в какой-то момент, я вам честно скажу, меня взяла определенная злость, и я думаю: «Бабуля, я уже все висюльки пересчитал на этом вот покрывали в одну сторону, я знаю, сколько их штук. И я все висюльки завернул в другую сторону, а ты все еще молишься, ну ты бы могла совесть иметь». И внутри у меня, знаете, такое вот возмущение. И потом в какой-то момент я решил: ну раз я тебя 40 минут жду, будешь ждать и ты меня. И значит, очередь моя пришла молиться, и я: давай молиться. «Господи, благодарю Тебя за день, за утро, за ночь. Господи, благодарю за ночь, за утро, за день. Господи, благодарю за солнце, которое встало, которое село. Благодарю Тебя за еду». И вот знаете, вот все говорю и говорю. И думаю: «Бабушка, ну ты поймешь, насколько тяжело ждать». А она умиляется. А она радуется. А она говорит: «Боже, благодарю Тебя, славлю Тебя, Господь». Ну знаете, вот так один раз так я помолился на зло моей бабушки, второй, третий. И знаете, в какой-то момент, во время молитвы, я почувствовал, что кто-то пришел. Я почувствовал, что, оказывается, когда ты молишься, что-то происходит. То, чего я до этого не знал. Потом прошло время, и уже бабушка не заставляла молиться нас. Я днем, помню, хожу, и у меня такое желание встать помолиться. Я помню, становлюсь возле своей кровати, возле печки, чтобы молиться. И понимаю, пришел Господь. Я прекратил молиться, потому что мне страшно стало. Потом думаю: ну пришел же, не убил. Надо молиться дальше. И вот так постепенно пришел вкус к молитве. И вы знаете, вот этот вот вопрос, он всегда перед нами будет стоять: Господи, а как того, кому мы служим, отправить в плавание? Как не набить оскомину, чтобы у ребенка не произошло отвращение от молитвы? Чтобы он перед тобой вот лицемерил, а потом он просто ненавидел этого. Мы же этого не хотим. А с другой стороны, как так сделать, чтобы мы же понимаем, что дай ему, ну скажем так, так называемую свободу или волю выбора, что он выберет? Когда перед ребенком поставишь кучу конфет и скажешь: есть борщ, который ты должен есть, что он будет есть? Ну, я не знаю, как здесь, в Брестской области, скорее всего, что борщ едят. Но в Минске, как правило, едят конфеты, жвачки и все остальное сладкое. Точно так же и в духовной жизни. И вот это вот вопрос. Давайте мы откроем с вами
Посмотрим, что же Писание по поводу этому говорит и где мы можем почерпнуть для себя ответ на этот вопрос. Давайте откроем с вами книгу Иова, 39 главу, и прочитаем с вами с 13 стиха по 17 определенный диалог, или, скажем так, монолог от лица Господня. Я думаю, что все знают, что 38 глава, 39 глава – это кульминация повествования о судьбе Иова в его испытаниях. Это та ситуация, когда приходит Господь и начинает вразумлять Иова и наставлять его. И что интересно, что Господь наставление Иова начинает сдалека. И начинает сразу с растительного мира. И он говорит, ты ли это устроил? Очевидно, нет. Ты ли это сделал? Очевидно, нет. Ты ли вот это понимаешь? Можешь объяснить? Очевидно, нет. И дальше в 39 главе он переходит к миру животному. И как бы говорит, поучись у животных. Поучись вот у этого животного, поучись у этого животного, понаблюдай, что там происходит, и сделай для себя какие-то выводы. И вот с 13 стиха Господь дает пример с таким очень интересным животным или птицей, как павлин и страус. И смотрите, что говорит Господь. «Ты ли дал красивые крылья павлину и перья, и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла». Смотрите, что говорит Господь. 16 стих. Я не думаю, что нам бы хотелось, чтобы это было описание нас с вами, как родителей и как детских служителей. Он жесток к детям своим, как бы не своим. Очевидно, что они свои. И не опасается, что труд его будет напрасен. Оказывается, здравое опасение над тем, что труд мой будет напрасен, это важное условие для служителя Божьего. Но Писание говорит, что страус не делает этого. Он жесток к детям своим, не опасается, что труд его будет напрасен. И дальше 17 стих. Почему так происходит? Потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. Оказывается, друзья, отсутствие мудрости и смысла, или же здравого смысла, приводит к тому, что мы становимся жестоки к своим собственным детям, жестоки к детям, которых мы преподаем. И это не выражается в том, что мы им хлупим до посинения, а выражается в том, что мы не беспокоимся, а в том, что путь наш, вернее, труд наш будет напрасен, и что они погибнут в результате. То есть мы теряем этот страх, мы теряем мысли об этом, перестаем думать об этом. И причина в том, что нет мудрости и здравого смысла. Но есть что-то другое. У него есть перья и пух. Знаете, если кто видел страуса, перья и пух – это, наверное, единственное, с чем он может погордиться, ну и, в принципе, и ноги, по которым он бегает. Но как отец он никудышный. Вот так очень часто в нашей жизни бывает, друзья. Мы концентрируемся в нашем служении, в нашей жизни над тем, что видно и заметно. Мы концентрируемся на перьях и пухе. Мы концентрируемся на внешнем. Мы видим, ребенок вышел, стихотворение рассказал. Мы говорим, аллилуйя, слава Господу. Мы видим, о, он в хоре поет. Мы говорим, аллилуйя, слава Господу. Мы видим, что он красиво помолился. Аллилуйя, слава Господу. А Господь говорит, а ты посмотри, что внутрь там. А посмотри, для кого он это делает? Для тебя, может быть, для пастора, может быть, еще для кого-то? Или все-таки он это делает для Иисуса? Потому что Иисуса он любит. И вот человек, у которого нет здравого смысла, у которого нет мудрости, ему достаточно ограничиться только тем, что он видит. Но тот, у кого Бог дал мудрость и здравый смысл, он идет дальше и говорит, Господь, а жизнь, а отношения с Тобой, а помазание Твое, а дарование, а движение в Духе Святом, а содержание внутреннее, есть ли оно, Господи, есть ли оно, а что будет, когда он будет самостоятельный, пойдет ли он дальше, Господи, или нет?
И вот смотрите, что интересно, Бог говорит Иову через это слово. Бог говорит: смотри, есть страус, и у него есть то, что я ему дал. Я ему дал перья и пух, и он ими пользуется. Но есть то, что я ему не дал. Я не дал ему мудрости и здравого смысла, потому что так решил. И вот здесь, друзья, различие между нами и страусом. В отличие от страуса, у которого есть перья и пух, он не может попросить у Бога мудрости и здравого смысла. Но мы-то с вами не страус. Мы-то с вами не эта птица. Мы с вами люди. И да, может быть, мы сегодня можем понять и сказать: Господи, ну не хватает мне, перья есть, пух есть, таланты, дарования, какие-то способности, говорить умею, есть, но вот мудрости, здравого смысла нету, мы можем это осознать. Но Писание говорит о том, что в отличие от страуса, мы можем этого попросить у Бога. Смотрите, Бог говорит: мудрости и смысла я не дал ему. То есть мудрость и смысл – это то, что Бог дает. Это дарование от Господа. Это способность от Господа, друзья. Это важно очень понимать. Что мы читаем с вами в послании Иакова? Кому что? Не достает из вас что? Мудрости тот что? Тот допросит у Бога. Немало не сомневаюсь. Но просит с верой, немало не сомневаюсь. Потому что что Бог? Дает просто и без упреков. Мне кажется, одна из вот важнейших наших задач, когда мы служим детям, когда мы служим другим людям, когда мы понимаем, что люди должны привязаться не к нам, привязаться к Господу. Наша с вами задача, друзья, молиться Господу и просить: Боже, дай мне мудрости. Боже, дай мне здравый смысл. И это очень важно, друзья. И когда мы говорим о мудрости и здравом смысле, когда к нам приходит мудрость и здравый смысл, то мы вдруг начинаем приходить к такому пониманию, что когда ребенок приходит к нам на урок, важна не методичка, по которой я ему служу. Важно даже не то, что я ему хотел бы или хотела бы сказать и приготовил. А важно, чтобы на уроке или же на служении во время проповеди ребенок либо другой человек получил ответ на тот вопрос, который мучает его здесь и сейчас. Для него важно, чтобы когда он приходит в Церковь Божью, в Дом Божий, он получал ответ на повседневное. Наши дети, друзья, переживают множество проблем и трудностей в школе. Из-за того, что мы учим их не драться, любить, прощать, они идут в этот мир, а там дерутся, воруют, еще что-то делают, не дружат, предают, и им нужно как-то там социализироваться, что-то должно с ними происходить. И когда они приходят в церковь или приходят в воскресную школу, и на свой вопрос, как же мне жить, как же мне быть, они слышат: ну люби Иисуса, ну молись. Они приходят, любят вроде Иисуса, молятся, но сталкиваются с реальностью жизни. И приходит понимание, что то, что ему дают, те инструменты жизненные, которые ему дают, не работают в его повседневной жизни. И он поступает так, как поступает. Иногда, друзья, нам не очень нравится отвечать на вопрос, особенно подростков, которые задают неудобный, который служит детям, очень низко. Надолго не хватит. Мудрость и здравый смысл говорит, что то, что внутри, содержание, оно гораздо важнее того, что снаружи. Сразу внутреннее, а потом наружнее. Размышляя об этом всем, друзья, я заметил, что как мы можем понять, что у нас не хватает мудрости и здравого смысла в нашем детском служении. И я пришел к выводу, что отсутствие мудрости и здравого смысла приводит к трем основным проблемам у наших детей. И эти проблемы особенно проявляются в раннем или среднем подростковом возрасте. И они приходят определенным духовным кризисом. И первый, друзья, кризис – это кризис отсутствия отцовства. Мы читаем с вами в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 15 стихе, Павел говорит: «Ибо у вас тысячи наставников, но отцов у вас немного». И дальше он продолжает: «Я родил вас словом истины». Вы знаете, вот проблема вот отсутствия здравого смысла и мудрости заключается в том, что мы как бы наставники, но, к сожалению, не отцы. Мы задачены тем, чтобы преподать урок, хорошо рассказать его. Но вы знаете, разница отца и просто дяди, который преподает проповедника, в том, что это моя кровь,
это мое дитё, это мой ребенок, который живет со мной, который носит мое имя, которое я ему дал, носит мое отчество, носит мою фамилию, он продолжатель моего рода. То есть я заинтересован в его будущем. Я заинтересован как отец, как родитель, чтобы он состоялся, чтобы у него получилось, чтобы он был успешен, чтобы он был счастлив, чтобы не наломал дров, чтобы не сделал каких-то ошибок в своей жизни, потому что я переживаю за него, он мое дитя. И вот проблема, друзья, в том, что мы порою, из-за того, что мы так заняты, у нас постоянно служение за служением, проекты за проектами, по сути дела, перья и пух. Но за всем этим мы теряем вот это вот отцовство, вот это вот сострадание, переживание, внимательность к судьбе человека и к тому, что там у него происходит. И одна из вещей, друзья, которую я вижу, что не хватает отцовства, заключается в том, что мы порой говорим о том, как космические корабли, ну, косвенно так, бороздят небесные просторы, а не говорим о реальной повседневной жизни. Мы не говорим о... Мы говорим о святости, о жизни вечной, но мы забываем говорить о элементарной доброте, о сострадательности, о дружбе, о уважении старших и так далее, о том, что помогает в этой жизни, о том, чтобы нужно быть прилежным в учебе, что нужно быть старательным, что нужно быть честным и так далее. И порой это вскользь говорим. А в итоге это так важно в жизни взрослой. Я вспоминаю в своей жизни, как в моей жизни был один человек, который сослужил очень хорошую службу отцовскую мне. Я был в церкви, слушал проповеди, и во время проповеди у меня сформировалось очень большое желание служить Господу. Я верю, что это было от Господа. Впоследствии я закончил одно учебное заведение с отличием, с красным дипломом, и в Минске тогда, это был 90-й какой-то год, объявляли набор в теологический институт, и я думал, все, Господи, я уже проповедую с 15 лет, я уже в группе прославления участвую, я вот хочу служить Тебе, люблю Тебя, и в церкви я слышу проповедь о том, что надо любить Тебе, надо служить, вообще я миссионером хочу проповедником быть. В общем, себе нарисовал определенную картину, а внутри какое-то чувство беспокойства. И у нас в городе был один служитель, пророк, и обычно, ну такой, как у нас говорят, проверенный. Я думаю, поеду-ка я к нему, съезжу, помолюсь, что скажет Господь. И вот когда пророк скажет, так говорит Господь, от меня иди учись, поеду учиться. В общем, приезжаю я к этому пророку, пытаюсь зайти к нему домой, он в квартире жил, открывает мне дверь и не пускает меня. Я в 4:30 встал, 3 часа уже потратил на дорогу, а он меня не пускает. Говорит, стой, говорит, я тебя не пущу на порог своего дома, пока ты мне не пообещаешь одного дела. Я смотрю на него, думаю, вот тебе дела. Ну, что делать? Буду обещать все, что надо, лишь бы потом помолиться. Он говорит, если ты не расскажешь мне свою нужду, и мы с тобой не сядем, не переговорим, я с тобой потом не буду молиться. Если расскажешь, если, потому что Бог дал мудрость в том числе нам, чтобы мы рассуждали, получали ответ во время рассуждений, тогда, если не получишь ответ, тогда будем взывать Господа. У меня так никогда не было, до этого и после этого так не было. Но в этот раз было. Я говорю, ну, конечно, хорошо, я пришел, рассказал, что вот я люблю Иисуса, хочу служить Господу. Он немножко знал мою судьбу, он смотрит на меня, слушает, говорит, Дима говорит, а ты есть, что будешь? Я думаю, пророк такой дух, недуховный вопрос задает. Я говорю, в смысле, что я буду есть? Господь будет меня кормить? Я говорю, не-не-не, подожди, говорит, ты жить за что будешь? Ты жениться, говорит, собираешься? Ну да, говорю, собираешься. Говорит, а куда ты жену приведешь? За что ты будешь одеваться? За что ты будешь это делать? За что ты будешь это делать? За что ты это будешь делать? И я смотрю на него, челюсть отвисла, и вообще не понимаю, что он мне это все говорит, и какое отношение имеет к моей нужде. И после этого всего он говорит, послушай, Дима говорит, я дам тебе совет. Послушай, мое мнение, если тот дар служения, который от Господа в тебе, и ты действительно хочешь учиться, если это от Господа, то оно никуда от тебя не денется. И я тебе советую, иди получи специальность, научись работать своими руками, чтобы ты мог содержать себя, свою семью, чтобы ты мог купить одежду, еду и так далее. И если от Господа это служение, то ты и теологически закончишь, и служение от тебя никуда не денется. Я сказал аминь, но давайте все-таки помолимся. Мы помолились, я уже не помню, друзья, что было.
Но то слово, которое сказал этот человек, без «так говорит Господь», просто по-отцовски, я запомнил на всю жизнь свою. И так, как он сказал, так и произошло. Господь дал мне закончить и университет, и специальности получить, и дипломы получить, и теологические закончить, и магистратуру закончить, и служение дал. Все, как сказал, так и произошло. И я так благодарен Господу, что в моей жизни оказался отец. Пускай он не родной мне по крови, но это человек, который подумал, что я буду есть, за что я буду жить, и что будет с моим будущим. Я заметил, иногда, помню, в одной церкви был, большая церковь, и я заметил, что там очень большая текучка служителей молодых. То есть 19-20 лет, и они раз, и как корова языком слезала. И я задаю лидеру этого служения, говорю: послушай, а что у тебя такая текучка? А этот лидер говорит: послушай, ну, не духовные люди. Ну, вот попробовал и бросил, и женился, и в работу. И самое, что интересно, как итог, потом у него как просто отвращение к служению. Я начал смотреть это все, приглянулся дальше и увидел, оказывается, что вот эта вот молодежь, ну кто служит, на ЛБШ едет? Молодежь. Кто это делает? Молодежь. Кто это делает? Молодежь. Высасывают с них. Вот ты делаешь это, высасывают до липки, просто до изнеможения, в том числе эмоционального. А это время, когда им 16-17 лет, им нужно закончить школу, когда нужно получить аттестат, когда им нужно поступить куда-то учиться, получить специальность. И вот это время, в которое им это надо сделать, потому что потом замуж, потом жениться, и это время они упускают. В итоге проходит время, они вроде бы в служении, но у них не за что есть, не во что одеться. Смотрят на служителей, а он едет на машине, а у него свой дом, а у него жена, а у него дети, а у этого молодого человека нету. И в итоге разбивается и говорит: а что-то не так, что-то не то. Друзья, но когда мы имеем мудрость и здравый смысл, и когда мы имеем отцовство внутри, мы позаботимся в том числе, что будет с этим человеком. Поэтому первый момент, который у нас есть из-за отсутствия мудрости и здравого смысла, это отсутствие отцовства. Более того, сегодня брат-служитель сказал о том, что у нас большинство служителей, это детских служителей, это сестры. С одной стороны, слава Господу. Но с другой стороны, друзья, это моя боль и мое переживание. Почему? Потому что не секрет, что девочек в жизни надо учить девочкам. А мальчиков лучше всего научит кто? Мальчик, мужчина, брат. И вот эта вот нужда наша очень большая, друзья, чтобы в детском служении у нас были отцы. Чтобы у нас были служители, отцы, в том числе физические отцы, которые воспитывают собственных сыновей, которые знают, что у них там происходит, знают, что у них там в школе происходит, для того, чтобы могли дать совет. Поэтому, друзья, на мой взгляд, это крайне важная нужда для нас, для Объединенной Церкви, для детского служения, чтобы у нас были братья, чтобы они могли быть отцами и могли проповедовать детям в том числе. Второй момент, друзья, это кризис духовной жизни. И он заключается в том, что наши дети приходят в класс воскресной школы, в церковь, и они видят, что мы правильно учим, мы правильно проповедуем. Но вот одна проблема. Живем не так, как учим и проповедуем. То есть, с одной стороны, есть то, что мы картину рисуем, а с другой стороны, жизнь, она не такая. Мы говорим о любви. Мы говорим о прощении, друзья, но у нас в самих, в отношениях между братьями и сестрами нет этой любви. Мы говорим о том, что надо прощать, сами не прощаем, а детям говорим: ты прощай. Детям говорим: ты люби. Но ребенок смотрит на нас, что мы-то не любим, мы-то не прощаем. То есть они видят, что у нас есть коробочки. Есть коробочка для церкви, есть коробочка для семьи, есть коробочка для школы, есть коробочка такая-то. И в итоге, друзья, точно этому же учатся и наши с вами дети. От нас с вами, как родителей, и вот это очень важная задача. Я очень часто говорю на курсах учителей, на душепопечении, говорю: если вы хотите учить детей, например, молитве, да не работает, если ты им расскажешь о том, как надо молиться, что надо, ты можешь молиться на коленях, ты можешь стоя, можешь сидя, можешь лежа, можешь ниц и так далее, можешь с постом, можешь без поста, рассказывай хоть 300 раз,
Но если ты этого ребенка не возьмешь за руку, не приведешь в церковь и скажешь: «Делай, как я», то он не научится молиться. Знаете, сегодня для меня не проблема, это естественно, что когда ты молишься, что некоторое время тебе нужно, как моя бабушка говорила, пройти потолок во время молитвы. Понимаете, о чем я говорю, молитвенники? Когда небо, оно такое твердоватое, оно как медное такое, когда нужна борьба, когда нужно усилие, когда нужно приложить физическое усилие, нужно сконцентрироваться, нужно потерпеть, потому что когда ты это пройдешь, когда ты преодолеешь этот барьер, когда ты придешь в присутствие Божие, тогда и молитва не останавливается, тогда она тебе в радость. Это пришло ко мне не потому, что мне в церкви рассказали, или мне в воскресной школе это рассказали, мне это показала моя бабушка. Поэтому, друзья, если мы хотим, чтобы наши дети, они молились, они должны видеть нас с вами, учителей воскресной школы, на молитвенном собрании. Если мы хотим, чтобы наши дети двигались в дарах Духа Святого, мало, друзья, привести их в лагерь, позвать туда пророков, проповедников, которые даровиты в том, чтобы они возложили на них руки, и они заговорили на языках, этого мало, друзья. Это хорошие двери, это добрые двери, но что будет дальше, когда они приедут домой, если не научены практике развивать эти дары, двигаться в дарованиях? Для нас это важно очень, друзья, и если мы не будем на это обращать внимание, то впоследствии можем ли мы сказать, что мы преуспеваем в деле Господнем? И, наконец, третий кризис, друзья, который очень часто в душепопечении, когда приходится мне служить детям, можно назвать таким красивым словом, как кризис самоидентичности. Если по-простому, ребенок в итоге приходит к определенному пониманию и вопросу: так а кто я такой? А кто мы такие вообще? Если мы проповедуем одно, живем по-другому, если я не отличаюсь по своей собственной жизни от мирских моих друзей, которым все можно, а мне вроде бы нельзя, когда меня видят в церкви, а когда не видят в церкви, можно. Так а зачем мне лицемерить? А зачем мне делать вид, что я христианин? Да буду я так, как все, я хоть буду честным. Знаете, не так давно у меня был разговор с 30 лет с чем-то молодому человеку. Я не знаю, в каком поколении он верующий. Втором или третьем точно. Человек, который в какой-то момент перестал ходить в церковь. Он не пьет, он не курит, он не изменяет жене, он порядочный в работе, он не отказывается от общения с братьями, но он перестал ходить в церковь. Я помню, я думал многое, чего там у него в голове. Когда мы начали с ним разговаривать, мы общались с ним, и он честно говорит: ты знаешь, говорит, вот того Бога, которого мне рассказали, я не нашел. Мне рассказали, что когда я буду молиться, Бог мне ответит. Что если я буду спрашивать, просить, то вот это будет. Мне это рассказали. Я искренне просил, я искренне спрашивал. Но в реальности этого не было. Я начал сомневаться, есть ли Бог. Человеку 30 с чем-то лет. Все это время он даже был в служении. Я не говорю о том, что все такие примеры. Я это говорю не для того, чтобы, знаете, мы с вами съежились и сказали: ай-яй-яй, как все у нас плохо. Нет, абсолютно нет. Но я говорю о том, что нам нужна мудрость и здравый смысл. Ведь смотрите же, в нашей жизни, вот личной нашей жизни, ведь вот наша духовная жизнь, разве она всегда состоит из того, что мы аллилуйя и слава Богу? Ведь у нас же в жизни полно слез. Ведь у нашей жизни полно трудностей. Разве мы все с вами на 100% получаем ответ от Господа на наши молитвы так, как мы хотим? Ведь мы же с вами знаем даже, что когда мы молимся с верой, даже не ответ Господа так, как мы хотим, это тоже ответ, не правда ли? А когда у нас что-то не так, или у нас не бывает не так? Бывает у нас не так. Но мы же с вами не делаем вид, что все хорошо, когда мы понимаем, что совесть нечистая. Мы же говорим, что: Господи, у меня не так, Господи, прости меня. Господи, каюсь, восстанови меня, трудно мне, обнови меня. Но вот знаете, в чем проблема, друзья? В том, что мы это говорим наедине с Господом. Ведь что самое-то сложное в нашей христианской жизни? Вставать с колен, подниматься к Господу, идти к Господу, но научить детей мы не учим этому.
И одна из причин, мы боимся, что мы потеряем уважение в глазах наших детей. Я заметил, что очень часто в примерах в воскресной школе мы учим тому, что примеры должны быть положительными. Дай аминь. Конец истории, которую мы приводим детям, должен быть положительным. Друзья, но в том числе положительным, что когда, например, мы где-то согрешили, и Бог не отвечал нам, и мы покаялись, попросили у Бога прощения, и Бог восстановил нас. У нас что-то не получалось в молитве, или нас обижали, или нас предали, еще что-то. Да, может быть, нас все не восстановилось с этой точки зрения, но с другой стороны, Господь позволил нам пронести и устоять. И это настоящая жизнь, друзья, с которой сталкиваются наши дети, которые хотят это слышать. Буквально каждый день, каждый воскресный день, когда они приходят к нам на урок воскресной школы, они смотрят и говорят, ответите ли вы на наш вопрос? Поговорите ли вы про нашу реальную жизнь, то, что нас беспокоит? Или вы будете говорить о ком, как Господь любящий, добрый и так далее? Аминь, Бог добрый. Аминь, Бог любящий. Но мы, к сожалению, не добрые. Мы зачастую не любим. И нам нужно изменяться. Расскажу еще один такой пример, который был лично в моей жизни. Урок, который я для себя получил. В какой-то момент в жизни, когда я стоял во время служения, я как-то молился присутствие Божие. И мои дети, у меня четверо сыновей. И в какой-то момент, когда я в присутствии Божьем нахожусь, смотрю вправо, стоят мои сыновья. И я понимаю, что в отличие от меня, они не в присутствии Божьем. Один в носу ковыряется, второй руки в карманы, двое между собой что-то не делят, куксятся. И знаете, в какой-то момент мне так стало больно. И я сказал, Господи, я служу Тебе. Я дома не появляюсь. А мои дети, а мои сыновья, Господи, что-то не так. Боже, я что-то не так делаю. Проходит еще время какое-то. У нас утро перед служением. Походу, мне надо было что-то проповедовать. Братья-проповедники, ну и вы, сестры, наверное, тоже знаете, что, как правило, в субботу вечером, либо в воскресенье утром надо особенно бодрствовать для того, чтобы дома в семье все было хорошо. Ходить на цыпочках, чтобы что-то ты не сказал, нет, я не знаю, как вы, но у меня это вот каждый раз. И вот в какой-то момент так получилось, в субботу или в какой-то день, а моя жена что-то приготовила и спросила, ну, как еда. И я, вы знаете, занят был что-то своими мыслями, что-то так сказал, типа нормально, либо пересолен. Я не помню, что я сказал. Но это ее впечатлило гораздо больше, чем меня. И через некоторое время выяснилось, что между нами уже прошел такой холодок. Знаете, как вот в истории бывает, муж поссорился с женой и поехал на работу. В обед надо приехать покушать. Приехал, жена поставила суп на стол, он молчит, и она молчит. И он такой берет ложку, значит, сметану туда кладет, чтобы суп этот съесть, а совесть осуждает. Положил ложку, говорит, дорогая, прости меня, вот, ну, не лезет мне эта еда, вот я согрешил против тебя. Жена посмотрела, говорит, да, ладно, давай другой налью. И я так понимаю, что вам знакома эта ситуация. И вот у меня такая была ситуация, когда мы с женой вроде не поссорились, но что-то не то. Приходит вечер. И нам надо молиться, и у нас большая разница между детьми. Старшему уже 20 лет, младшему сейчас всего лишь 5 лет. И вот те, которые помладше, они вообще не поняли, о чем речь. Но старший мой сын, тогда ему не 20 было, лет, наверное, 15 или 16, он все понял, что папа с мамой что-то не поладили. Я не знаю, может быть, у вас все ладят, все святые, но у нас иногда случается такое. И вот мы стали на молитву, баптистскую молитву, и молятся по очереди, значит, мои дети, молятся младший, молятся старший. И я понимаю, молится моя жена, плачет пред Господом. Я понимаю, что она плачет, я виноват. Вот, и я понимаю, что мне нужно сейчас молиться. И я также понимаю, что я-то попросил у Бога прощения. Но мой старший сын-то знает, что было что-то не то у меня с его мамой. И он не знает, что я попросил у Господа прощения. Думаю, Господи, что же делать?
стыдно как-то перед детьми каяться. Я начинаю молиться и думаю, ай, ладно, будь что будет. Говорю, Господи, прости меня, что я обидел мою жену. Жена моя плачет, говорит, аминь, Господи. Дальше каюсь, прошу Бога прощения, плачу пред Господом искренно. И смотрю, знаете, поднял я свой взгляд на моего старшего сына, и смотрю, у него такое большое-большое удивление. И в этом удивлении читается, папа, а ты что, каяться умеешь? Проходит еще какое-то время, мы в подвале что-то убирали с ним. Нужно было что-то убрать. Я не знаю, как ваши подростки, но наши подростки, чем старше становятся, чем они хуже слух и медленнее становятся. Особенно, когда им что-то поручишь сделать. И вот у нас такая же ситуация. Он не услышал и делал то, что я бы, наверное, сделал за минут 5, он делал уже полчаса или час, нужно было там порядок навести. В общем, я спускаюсь в подвал, воз он и ныне там, и я, значит, включаю училку, батьку, и начинаю своего сына, да-да-да-да-да, сколько можно, да ты лодырь, та-та-та-та, и начинаю учить. И вот в какой-то момент я смотрю, мой сын краснеет, 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 и потом, как начал мне говорить, «Да ты, папа, а ты что, не бываешь? Ты не прав, а ты это то, а ты то!» И знаете, это впервые в жизни у меня так было, чтобы мой старший сын вот это вот мне все выговорил. Я стою, сам краснею, думаю, «Ах ты, сейчас как?» А внутри думаю, «Господи, а ведь он же честен со мной!» И он это все мне выговаривает, выговаривает, и потом после этого останавливается и говорит, «Ну ты ж каешься!» Я говорю, да, я каюсь, а ты не каешься, и давай его учить. Вы знаете, друзья, мы показываем, как мы на горе. Мы показываем, как мы, нам отвечает Господь, как мы в присутствии Божьем. Но ведь большинство-то нашей жизни, это мы же поднимаемся на гору. Большинство-то нашей жизни повседневной, мы встаем с колен. Мы молимся Господу о том, чтобы пришла сила Господня. Благодать Божья пришла в нашу жизнь. И без личного примера, без личных отношений с Господом у нас ничего не получится. И вы знаете, в отличие от страуса, мы можем осознать, что мы нищие духом. Мы можем осознать сегодня и сказать, Господь, да, это так. Да, Господи, это про меня. Да, Господи, мне не хватает мудрости. Да, Господи, мне не хватает здравого смысла. Да, Господи, я не могу и не способен сам, но, Боже, Ты можешь. Господи, Ты можешь. И, может быть, сегодня есть эти люди, которые служат другим детям, но видят у своих детей определенные проблемы и трудности. Знаете, сегодня очень так модно говорить о том, ну, это правильно, хорошо, когда мы говорим о том, что мы делаем Божье, а Господь делает наше. Но зачастую, друзья, мы не имеем основания и права так говорить. Да, есть люди, которые имеют право так сказать. Но иногда в нашей жизни мы вот этими словами «я делаю Божье, а Господь делает мое» мы прикрываемся своим собственной ленью и жестокостью к нашим собственным детям. Мы других детей любим, мы другим детям служим, мы с другими детьми проводим время, а своих забываем. А потом говорим, Господь, а где же мои дети собственные? Мне думается, друзья, если мы научимся служить нашим с вами детям, понимать наших с вами детей, молиться за наших с вами детей, мы будем иметь в том числе и мудрость, и здравый смысл, как служить детям в воскресной школе. Мне очень хочется, чтобы сейчас, когда мы встанем, будем молиться, у нас была искренняя и честная молитва с Господом. Мы можем сделать вид, мы можем придумать красивые слова. Но что толку, если ничего не меняется? Но мы можем искренне сказать, Господи, признаю, соглашаюсь и нуждаюсь в Тебе. Нуждаюсь в благодати Твоей. Нуждаюсь в силе Твоей. Нуждаюсь в том, чтобы Ты пришел в мой дом, в мою семью, в мое служение, Господи. Чтобы мне всегда преуспевать в деле Господнем. Аминь.
Будем молиться. Урамена штара минас камалайта фрабидас комалайта урмена штай. Истрамина эда фрайдас комантай. Улакиту рабиде адас кемин. Истармина эда фрабиду штарки трамалайта фрайдас. Улама кетра милейта фрайдас камилайта рабиду штаман. Я знаю, ты здесь. Твоя сила, Твоя благодать, спасающая здесь, Господь. Твое присутствие здесь, Господь, я славлю Тебя. Благословляю имя Твое. Ты Бог, у которого мудрость. Ты Бог, который силен, раминада, скамен, спасать и производить свою работу в нас, в наших жизнях, в наших семьях, в наших детях, в нашем служении, Господи. Боже, Господи, я отказываюсь хвалиться перьями и пухом. Господи, я хочу, Господи, иметь от Тебя эту мудрость и здравый смысл, иметь это помазание от Тебя. И я признаю, что мне не хватает, мне не достает. И я прошу Тебя, у Бога моего, который дает просто и без упреков. Я молю Тебя, моих братьях, моих сестрах, Господь, которые сегодня здесь, в доме Твоем. Дай эту мудрость, дай здравый смысл, Господь, дай отцовское, материнское сердце, дай сострадание, даруй сочувствие, даруй нежность, даруй любовь нам, Господь, к ближнему своему, к детям нашим, в служении нашим, Господи. Да будешь Ты прославлен, да будешь Ты возвеличен и превознесен, Боже, славлю Тебя, благословляю Тебя, Господи, превозношу Тебя. Величаю, поклоняюсь Тебе, рамена фатрамина стамин. О, аллилуйя! О, воздаю Тебе славу за Твою работу. О, воздаю Тебе славу и хвалу и благодарность за Твое Божье водительство, за Твое Божье присутствие, за Твое посещение, Господь, слава! 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 Слава Тебе, Господь! Слава! Слава Тебе и хвала! Честь и поклонение, честь и величие, Господь, всемогущий Господь, мудрый Господь, славный Господь, благословляю имя Твое, превозношу Тебя, Господи, и мы молим Тебя, благослови нас далее, да будет Твое Божье водительство, да будет Твое Божье созидание, да будет Твое Божье устройство, да будет сила Твоя обновления, да обновятся силы наши, да укрепятся руки наши, ноги наши, колени наши, чтобы не хромали. Да обновимся в силе от Тебя, Господь. Да укрепимся надеждой, Господь. Ибо есть будущность нас, ибо есть надежда, потому что в Тебе она, в Твоей силе, в Твоей благодати, в Твоей любви и милости Твоей. Ты нашел нас, Ты спас, Господи. Ты силен найти и спасти детей наших, которым мы служим, и мы доверяемся Тебе, доверяемся Твоей благодати и молим, дай быть послушными Тебе, дай быть внимательным к голосу Духа Твоего, послушны Слову Твоему, Господь. Молимся Тебе, Боже, с благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь.